баню принять. Дома можно согреться одеялом. А еще? Еще можно езжать возле батареи и включить обогреватель. Можно облепиться горчичником и сам согреешься. Можно повыгать вот так. Надо делать двигаться, чтобы разогреться. Надо быстро бежать. И ходить. Нельзя стоять на месте, а то может быть холод может пойти в организм. Взрослые дяди согреваются водкой, но это очень плохо. Еще трут руки. Твои дети не могут замерзнуть под одеялом. А один бог может замерзнуть, потому надо всегда обниматься. Можно дыханием согреться. И можно включить свет, бегать по лестнице. Нужно делать горячий чай и полю, но тогда я загреешься.